настоящее лето. Огромное вам спасибо. Еще раз повторим, что мы поем известные песни, и очень приятно, что вы с нами вместе поете и радуетесь этому замечательному вечеру. Продолжим. А эта песня как раз-таки о Санкт-Петербурге. Каждый из вас ее знает.
Татьяна Сманцева, великолепная солистка театра «Малый Трианон». Гонг! А в чем сегодня? Владимир Зикенов, прослушка. Мы это позже определим. Я мой гонг. Подождите, представим. Вадим Казанский! Новосибирск. Новосибирск, пока вы представляете Вадима, Владимир Александрович, я найду наш гонг, наш золотой гонг. Да, надо уже начинать сражение. Серьезные соперники сегодня на сцене. Два супермастера. Владимир Александрович, перечислите титулы Романа, пожалуйста. Ой. Вот, и это все ой. О нем. И это все о нем. Но самый главный титул — это вице-чемпион Европы. Когда я начинал свою жизнь сидеть с цветами, я даже не верил, что я доживу до того момента, когда наш русский мастер будет в пьедестале. Чемпионат Европы практически секунды, я продолжу. Проходит раз в 4 года, как Олимпиада. Участвует в этом